Опа-на, ребятки. Мобайл. Ребята играют с компа, я зашел с телефона. Могу побегать, но одной рукой не могу побегать. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот что бывает, когда записываешь видеоролики заранее. Вчера у меня вышел видеоролик по поводу там вот всех этих скриншотов с Радмир Мобайла, с Радмир Андроида, со всех вот этих вот прочих вещей, где я рассказывал о том, говорил то, говорил это, говорил выйдет, не выйдет, что там вообще будет и так далее. Если вы еще все это не видели, то заходите на тот видеоролик и начинайте его смотреть, просматривать, потом возвращайтесь к этому видеоролику. К завтрашнему дню вы как раз все это посмотрите, завтра 8:00, надеюсь, еще один видеоролик выйдет, и вот так у нас все получится. Я надеюсь на все это, и до всех людей все всегда дойдет. Дело в том, что вчера, вот там где-то часов, наверное, в 11 или когда-то там еще, я, в общем-то, опоздал, как это обычно и бывает, я выпускаю видеоролик, и оказывается, что у Ковалевского там выходит сторис в Инстаграме, в которых он показывает, что я вообще не был подписан на Ковалевского, поэтому я даже не мог подумать, что вот нечто подобное может быть, что он там в сторисах своего Инстаграма как-то там что-то там может показывать. Я даже об этом вот, ну, подумать не мог. Вообще, сейчас по расписанию у меня был ролик про Brilliant RP, я думал рассказать о том, что, мол, там, вот, есть то, есть это, там, провели они ОБТ, на ОБТ все было так, на ОБТ все было не так, и многое вот это вот другое. Но обстоятельства вынуждают, и я сейчас вынужден рассказывать вам про Радмир Мобайл, дабы вы все это поняли, дабы вы все это осознали. Давайте начнем по порядку. Вот, вышел у меня вчера ролик, и многие говорят, мол, да ты че, да Ковалевский уже все показал, да, скоро мы уже во все это поиграем, скоро уже все это будет, скоро вот это вот все произойдет, все случится и так далее. Я с вами более чем согласен. Вот сейчас я там уже где-то там, может быть, до этого показывал, может быть, я там еще как-то все это показал, что там как будет, и вы, наверное, уже все это увидели, все это поняли, и в целом смогли, ну, все это понять, что вот, Радмир Мобайл, наконец-то он тут, Радмир Андроид, Радмир на Андроид, топ-1 сервер в КРМП или там около топа, но, в общем-то, в топе он явно находится, а какой он там в топе, если честно, я не знаю, и догадаться достаточно сложно, и мониторинга вроде как общего вот этого вот, как бы, допустим, есть в лайфсампе, в КРМП такого нету, поэтому ты сидишь, думаешь, ага, ну вот оно там вот так вот, значит, ну тогда получается, ну ладно, раз уже оно так, то будет, наверное, вот так, потом и многое другое. Ковалевский все это показал, Ковалевский показал, что вроде как ничего не лагает, если честно, я не знаю, какой у него телефон, в телефонах, в андроидах разобраться очень сложно, они все одинаковые, одновременно все такие разные, все такие непонятные, и вроде как вот он там показывает, что ничего не лагает, что все хорошо, что вроде как все это оптимизировано, что там чуваки едут на машине, он там все это с телефона, ничего не лагает, он выпрыгивает, все вот это вот там делает, и все хорошо. В целом, ну, замечательно, круто. И многие могут вот сейчас меня спросить, так когда же он выйдет, что же вообще будет? Люди, которые уже давно следят за Радмир Мобайл, которые там говорят, мол, вот, а мы ждем, вот там скоро все это выйдет, вот там все это будет, они утверждают, что Ковалевский сказал то, что выйдет весь Радмир Мобайл, что весь этот клиент портируется до Нового года. До Нового года остается, ну, около 2 недель, может быть, чуть-чуть побольше, может быть, чуть-чуть поменьше. Сейчас все это читать, листать и так далее сложно. Там около, наверное, ну, 15 дней, сейчас 16, если я все это успел выложить 16. И, то есть, ну, остается немного. То есть, скоро, уже в скором времени, я думаю, все запустится в рамках открытого такого, знаете, не то чтобы даже бета-тестирования, а уже вот как с Аризоной, то, что там вышло, и вроде как все это тестируется, но на всем этом можно играть. И сейчас, ну, с этим все понятно, то, что все мы ждем, то, что все понятно. Многие компьютерные вот эти вот все ПК-бояре, как мы их обычно называем, как мы с ними там знакомы, как они все это говорят, они утверждают, что все это будет неудобно, что мы не будем знать, какой человек там, знаете, играет с компьютера, какой играет с телефона, и поэтому могут случаться некоторые конфликты, некоторые непонятные ситуации, может быть, все прочее, то, что мы не будем в самом деле это знать. И чуваки говорят, мол, создавайте там отдельный сервак для мобилок, либо делайте им там отдельный вот этот вот весь мир, но кроссплатформенность, ее нахуй, ее не надо, она вообще пусть идет в пизду. Что я хочу сказать? Разумеется, это неудобно, когда ты вроде как играешь на своем любимом проекте, на своем любимом сервере и не знаешь, а человек играет с телефона или все-таки он, типа, ну, на компьютере? Что вообще? Как к нему обращаться? Что вообще? Как понимать вот эти вот все его действия? То есть он просто клинический дебил или первый раз вообще зашел в подобные игры на телефоне? То есть как со всем этим разобраться?
разобраться непонятно. И вообще, смогут ли все установить? То есть, разумеется, под андроиды все это оптимизировать, все, чтобы там скачивалось, качалось, устанавливалось, все прочее, чтобы все это самое главное работало, это очень и очень сложно. То есть, с Arizona Mobile как было? Я, допустим, запускаю на своем Huawei P Smart Z 2019 года. Я запускаю, я захожу, вроде как там все это работает, все отлично, все замечательно и так далее. Но вот у других людей, допустим, у моего друга, допустим, у моих там, я не знаю, прочих вот этих вот всех людей, да даже что ходить далеко за этими всеми друзьями, за этими прочими людьми, в комментариях люди говорят, мол, вот, вот у тебя все запускается, вот у тебя все хорошо, а я запускаю, у меня там черный экран, или я запускаю, а у меня все вылетает. Android 9, там, я не знаю, 8, 10, ничего не работает, без разницы. Мне ВКонтакте люди до сих пор пишут, мол, увидел ваш видеоролик там на Ютубе, то, что вы там рассказываете, то, что вы там все это помогаете, а у меня вот все это не работает. Я захожу, и у меня либо черный экран, либо какая-то там ошибка, либо ничего не устанавливается, что вообще со всем этим делать? Я смотрю на этих людей, и дело в том, что решение проблемы-то я не знаю. То есть у меня все работает, у меня все замечательно, у меня все отлично, но вот у людей оно почему-то не работает. Почему так происходит, я бесчестно определить не могу, и ведь людям-то, которые все это разрабатывают, будет, мне кажется, еще сложнее. То есть телефонов на андроиде их просто овер дохуя. У кого-то китайское ноунейм говно, у кого-то китайское ноунейм говно под названием Xiaomi, у кого-то там все вот эти вот прочие телефоны, и тут не разберешься вообще, какой подход подобрать. Там у всех этих там Xiaomi, у всех вот этих вот прочих людей, у них там разные модели, разные прошивки, разные там версии андроида, всего прочего. Есть там какие-то, допустим, старые, и они уже не обновляются у Xiaomi. Xiaomi и так далее, они уже не обновляются. Либо там еще какие-то. То есть проблем очень много, и если честно, вот я сейчас, знаете, закупаюсь попкорном в магазине, а на деньги спонсоров, кстати, оформляйте спонсорскую подписку, смотрите мои самые лучшие новости одним из самых первых, и типа там за полчаса до релиза, за день до релиза, за два дня до релиза вы можете все это посмотреть, Лиза, может быть, все прочее, и, то есть, ну, вот так это все получается, и, потому что, ну, в самом деле, я не знаю, что из всего этого выйдет, я закупаюсь попкорном, я жду, когда уже там, знаете, в официальной группе Redmir RP объявится то, что вот, вы можете все это скачать, там, рекомендуемые системные требования такие-то, минимальные системные требования вот такие-то, у кого не работает, там, мол, пишите сюда, пишите туда, делайте все прочее, я на все это смотрю, я буду делать обо всем этом, знаете ли, видеоролики, даже там, я не знаю, допустим, с решением проблем что-нибудь буду делать такое, нечто подобное, в общем-то, жду свои там новые 20, там, 30, 45, 100 тысяч просмотров, если вдруг проблемы у Redmir Mobile будут, а они, скорее всего, будут, потому что оптимизировать все под все телефоны, это сложно, это невозможно, ну, возможно, но нужно все равно путем проб и ошибок все это находить, все это фиксить, все это смотреть и так далее. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, там заходите везде, я играл на Arizona Rally Play Phoenix, все информации в описании, там же в описании ссылочка на мой телеграм-канал. Всем до свидания и до свидания.